Это водные автострады Бангкока. А так выглядят сухопутные артерии Бангкока. На улицах этого мегаполиса довольно часто можно встретить монахов. Почти всегда на улицах Бангкока огромные пробки. На скутерах ездить практически везде. На улицах старой части Бангкока очень много таких вот мест, где местные могут помолиться своему Богу. А это национальная одежда женщин Таиланда. А это один из многочисленных китайских храмов в Чайна-тауне. Индийский квартал является продолжением Чайна-тауна. Храм ситхов также располагается в индийском квартале. Войдя в него, вы будто оказываетесь в самой Индии. Это главный вестибюль храма. Чтобы пройти в сам храм, нужно снять обувь и одеть такую вот косынку. Так выглядит зал для молитв ситхов. Ситхи не любят видеокамеры. А на втором этаже храма вы бесплатно можете покушать. А вот и снова огромный улей, называемый Бангкоком. Небольшие улочки между домами представляют собой огромные рынки, на которых продают практически все.
А вот так примерно выглядит служба по очистке каналов от мусора. Среди огромной кучи проводов виднеется храм на Золотой горе. А вот такую картину на улицах Бангкока можно увидеть в обед. Бангкок – это довольно шумный город. А вот так выглядит огромный рынок в Чайнатауне. Попав на его территорию, вы оказываетесь в Китае. Черешню и вишню здесь продают по 15-20 долларов за 1 килограмм. На территории рынка можно увидеть и совсем специфический товар, который присущ чисто китайцам. А как вам плитка с режимом турбо? Но особо красивым и загадочным старый Бангкок становится ночью, когда основные храмы освещают прожектора. Это храм на Золотой горе. В ночное время каналы Бангкока пустынны. А это древняя крепость в старой части Бангкока. Но даже в ночное время движение транспорта по Бангкоку не прекращается. А это небольшая парковая зона и железный храм, который виднеется вдали. А также памятник одному из королей Бангкока. Трамвайчик, на котором вы сможете проехать по ночному Бангкоку. Ночное рандеву можно совершить по ночному Бангкоку и на таких тук-туках. А это вдали виднеется монумент демократии. У особо популярных мест, где можно поесть, в ночное время выстраиваются просто огромные очереди. А здесь находятся магазины по продаже религиозных артефактов. Это гигантские качели Бангкока.
храм Золотого Будды. Правительственный квартал Бангкока, где сосредоточены все министерства. Знаменитый дворцовый комплекс короля Бангкока. В дневное время все эти улицы перекрыты, и попасть можно только по спецбилету. В ночное же время они открываются, и вы запросто можете прогуляться вдоль этих главных достопримечательностей старой части Бангкока. В ночное время очень популярны велоэкскурсии. А это новый король Бангкока. И лишь ближе к 11 часам ночи некоторые улицы ложатся спать.